Блин, очки потерял, дорогие. Серьезно? 150 баксов. Ты потерял очки дорогие? А где ты их потерял? Я не мог с Ромой найти их. А я, кстати, тоже свои очки забыл. Я тоже свои очки забыл в этом, у одного чувака в бизнесе. Тоже у меня очки стоят почти 200 баксов. О, смотри, кап уже. Драконил, да? Уже кого-то драконит. А ну, сейчас мы приблизим. Все, уже мигалки включены. Да, мэн. Каенчик. Сейчас посмотрим, не забыть PlayStation. Ну да. Надо посмотреть, или PlayStation работает сейчас. Столик прибахал нас. Не, Колян, знаешь, лучше сейчас ездить, чем зимой. Потому что зимой это уже не то. Снега, это все, знаешь. Это уже не то. Не, Колян, ты не делал, чтобы было жарко. Да не будет жарко. Да пускай чуть-чуть. Ой, Колян, из-за 5 дегрей. Кофе не пей, ты пьешь кофе. А, и поэтому жарко от кофе, да? Может быть, давай, да. Музычку послушай. Ну, Колян, не включай сейчас.